Вот оно счастье. Данечка, вот оно счастье. Класс. Здесь дом так не просто. Кирюша, у тебя тоже счастье? Да, счастье. На попе посидеть, да, в песочке? Да. Супер. Счастье! Добро! Если она упадет вот так, тогда может она поезжать. Да. Дед Мороза по 30 евро. Мы сегодня папу взяли по магазинам, показали ему новый магазин, открыли ему вселенную. И еще купили вот это. Жалко, правда, что у нас оставалось всего полчаса, иначе мы бы унесли оттуда гораздо больше. Вряд ли. Я все, что хотел, там взял. Кирюша, главное, себе прикупил вот такую игрушку. Музыкальную. Вот. Папа ушел оттуда с ящиком для инструментов. О боже, сколько было счастья. Вот. И также он что хотел? Вот. Хозяйстве лампочку нашел. Вот. Об этом, оказывается, он мечтал всю жизнь. Всю свою жизнь мечтал он о таком ножичке, типа ручки. Вот. А такой вот штуки для разбирания мелочей. Вот, мелочей всяких. Да, это вот тоже очень, очень нужная вещь в хозяйстве. Вот. Каждый уважающий родитель просто обязан иметь это в холодильнике. Вот у кого есть дети, те поймут, да? Ну, это в хозяйстве пригодится. Вот еще какую штуку папа себе купил. Просто вот. Очень дешевая там. По сравнению со строительным магазином. Еще да. Купи вот это. Вот эти штуки. Сумки. Ну это мама купила в хозяйстве тоже. Пригодится. Так как у нас пока нет шкафа, мы сложим вещи сюда. Потому как они сейчас валяются у нас просто на полу. Поэтому мы их возьмем и сложим сюда. Тем более на них была огромная скидка, больше чем в 50%. Я на них давно ходила, облизывалась. Вот, но позволила себе купить только две маленькие такие коробочки. А теперь у меня две огромные коробки. Ура! Ура! У каждого свой праздник. У каждого свой праздник. А смотрите, кто у нас там сидит. А кто у нас там сидит, улыбается. Это кто у нас такой захохлик? А когда ты протишь мальчик? Сейчас я протру домик и выдам детям игрушку. А сама пойду разберу покупки из Алди. Да из того, что мы еще купили. Ну, я очень люблю всякие декорки. И оно меня так манило. Манило меня. Тем более они вот делают еще вот так. Вот. И можно все зажечь, и оно... Так красиво горит, тем более, что со свечками мы пока завязали, когда в доме дети, свечки, это небезопасно. Вот, еще купили два таких домика. Вообще, как бы это пасхальные такие вот украшения, но сейчас они идут по очень сниженной цене. Вот, кажется, такой домик стоил по 2 евро, сейчас они стоят по 50 центов. Это вот у нас такая бутылочка с таким вот декорчиком. Это мы готовимся к Хэллоуину. Ну и вообще к осени. И вот такая вот очаровательная бабаёшка, она тоже горит. Вот, поэтому, ну вот как не взять. Это мы были в магазине все по евро. Там есть и больше, чем по евро, конечно. Ну вот получился у нас такой весь наборчик. Пока оно стоит здесь. Потому что я еще не знаю, куда его примостить. А Кирюше мы купили вот такое очаровательное ведерко.
Вот с этим ведерком он пойдет за конфетами. Вот, на Хэллоуин. Правда, у него пока нет костюма. Надо что-то придумать с костюмом. Вот, ну и так по покупкам. Значит, что же мы купили? Мы купили вафельки. Естественно, с клубникой. С чем же еще они могут быть? Кирюша у нас других не ест. Папа увидел сочетание всего самого любимого. Это шоколад черный, вишня и красный перец. Естественно, мы его взяли. Это вот нечто похожее на лаваш. Не знаю, оно очень мягенькое. Кирюша такое точно будет есть. Тем более я давеча сварила борща по его требованию. Уплетаю 2 дня за обе щеки. Вот. Такой вот морковный сок. Мы еще здесь его не пробовали. Но Кирилл сказал, что он будет пробовать. А папа сказал, что он его допьет в любом случае. Но это естественно. Ну, конечно, излишество. Вот. Но папа его, когда увидел, у него взыграли воспоминания об Африке. Амарула, Африка, Африка, Амарула. И он сказал, хочу, хочу, хочу. Почти как маленький ребенок. Взяли. Ему же взяли вот такие вот тортеллини с красной рыбой. Ну, не знаю. Вот такую вот упаковку винограда. Офигенного, сладкого, пахучего, красивого. Целых 12 мороженок. Разными фруктами. Это для нас удивление, мы даже не знаем, что это. Это вот какой-то сок, но здесь нарисована капуста и еще что-то. Ну, в общем, когда мы его откроем, я, наверное, сниму про него отдельное видео. Это... Сейчас откроем. Это масло с грибами. Настоящее масло с настоящими грибами. Я пацаны захотели дымку. Это папе 2 таких салатика. Маринованные креветки. Вот одни такие, другие в чем-то красном маринованные. Это вот нам папе к йогурту. Такой типа творожок. Естественно, с черешенькой. И салат. Это как даже с морковкой. Это у нас папа захотел какое-то, что-то свиная какая-то ножка. Вот, готовится в духовке. Но единственное, что меня немножко смущает срок ее годности, до 20 июня 2017 года. Ну, что-то, видимо, в виде тушенки, потому что она уже приготовлена, ее только надо в духовке разогреть. Ну, а это, конечно, это больше... Мои воспоминания, Стас сказал, что он такое не помнит. Когда в Украине была популярна юпи, зука и же с ними химия, вот тогда же были вот такие вот чаи. И ну, нам, детям, очень нравилось есть их ложками. На вкус они очень вкусные. Ну, естественно, с ними, наверное, химия. Я вот не знаю, что тут по составу. Ага. Сахар, декстроза, ну, в общем, да. Химии, да, не очень много химии. Химии чуть-чуть. Всего 4 строчки химии. Вот такие у нас покупки. На самом деле, я сегодня уже была в магазине и скупилась овощами, фруктами, молоко, йогурт. И все такое. Но вечером мы решили пойти и посмотреть, может, мы что-нибудь забыли. Но такие вот оказалось, что-то мы забыли. Вот так вот.